Здравствуйте, меня зовут Батырова Малика. Я гражданка Туркменистана. В 2019 году я приехала в Турцию для того, чтобы достичь своей цели и заработать деньги. Но так как работаю на домашней работе, я не смогла достичь того, чего хотела. Месяц назад я познакомилась с нашей компанией, в которой я начала с удовольствием работать. Компания называется AIMNET. В 2009 году она начала как консалтинговая компания, а в 2015 вошла в сетевой маркетинг. Создатель этой компании – бизнесмен с Бурсы Илхам Саалам. Также в компании AIMNET есть свои сертификаты и разрешения на производство и продажу этой продукции. Так как Турция является мусульманской страной, есть еще и сертификат HELAL. Компания AIMNET прошла через организацию SURDER и, получив свою аккредитацию, заняла свое место среди больших компаний, как Айзаджи Баши, Солдар, Сандос. Также в компании AIMNET мы не только зарабатываем деньги, но и получаем образование, такие как борьба с курением, личное саморазвитие и оказание первой помощи. По окончании этих курсов мы получаем сертификат, который одобрен 3 университетами по европейскому стандарту. Также в нашей компании есть своя цель. За 2 года 1000 семей, за 5 лет 10 тысяч семей, за 10 лет 100 тысяч семей с получением заработной платы превыше 10 тысяч лир без боязни остаться без работы. Также компания AIMNET работает с другими компаниями, как Коски, Дюжи университет, Дюжи технопарк, Бурса Удал университет. Коски – это материальная поддержка молодым предпринимателям, а Дюжи технопарк – там производится вся наша продукция. AIMNET, продукция AIMNET производится специалистами и проходит все свои клинические и доклинические тесты. А обучение проходит с помощью квалифицированных педагогов этих 3 университетов, с которыми мы работаем. На этом про нашу фирму все. Я бы хотела сейчас попросить нашего специалиста по продукции Шамшат Орешева, чтобы она ознакомила вас со всей продукцией компании AIMNET.